И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И это будет поход в пещеру водную. И эту серию я выпущу затой, то есть не сделаю перерыв. Я решил, что я не буду делать перерыв в один день между прошлой серией и этой. Для того, ну точнее из-за того, что в прошлой серии я не посетил пещеру. В этой пещере. Ну, чтобы и не ждать, так скажем, чтобы эта серия не была такой куцей. Также, чтобы отхилять крокодила, я ему скормил 3 стака мяса. То есть, вот так вот просто зажал и ждал, пока он покушает. Вот я сейчас думаю, а зачем я его увеличил ему здоровье? Сейчас же опять отхиливать. Я без понятия, может, какие-то тут еще есть способы, но на данном этапе у меня только это. Да, есть диадон, которую я все еще не могу притомить. Надо притомить, кстати, уже поискать. Ну, и, кстати, когда всегда я летаю, я всегда ищу диадонгов. Точнее, смотрю, чтобы они были. Если в большого левела найду, то обязательно я буду томить. Вот, но пока не нашел, потому что диадонг мне обязательно будет нужен. Нужно будет еще мегатериев притомить и рексов. Мегатерий для бруды. Ну а сейчас... А сейчас погнали в вход в подводную пещеру. Эп. Садимся. Не тот костюм, не тот костюм. Опачки. Да ладно, ты серьезно? Блин, я его поставил в пещере. Вот, вот же жопа. Так, кстати, надо вот так вот сделать. Короче, сейчас. Классно. Плаваю здесь, такой плаваю. И аммонитов нашел. О, нифига себе. Прикольно. Так, погоди. А ты че не лутаешься? Ах, ты собака забакался, что ли? И фиг с тобой. Но тут проблемка другая. Да. Я не так-то уж и нашел, где пещера. Я уже что-то вообще прям за. О, что-то я походу делал далеко куда-то уплыл. Я заблудился. Суть, короче, в чем? В том, что, если вы помните в прошлых, то есть я играю на локалке, и в прошлых видосах я показывал, что в пещеру, не, я плыву куда-то не туда, и нужно плыть обратно. В пещерах не, так как это локалка, не прогружается. Не знаю, может сейчас и на серверах так, дабы не нагружать все это дело. В общем, в пещерах телепорты не прогружаются, поэтому я не могу туда телепортироваться. Жемчуг, который мне не нужен пока что. И вот, собственно, я походу телепорт в прошлой серии поставил туда глубоко. Нужно ближе ставить, чтобы он смог телепортироваться по-нормальному. Но зато я тут зубчиков мегалодона фармлю. Нормас так. Оп. Еще зубчики. Вот, и сами видели, ресурсиков тоже немножечко подфармил. Копейка черного жемчуга. Что-то я ничего нормального-то уж и не нафармил, то есть на то пошло. Но мне пофигу. Я ищу пещеру. Надо было все-таки туда дальше плыть, а я развернулся зачем-то. Да уж. Кстати, мне пришла хорошая мысль в голову. Я же пишу координаты. 53 на 10. Ну, 54 на 10. Классно. Кстати, а это у нас что? Эй. Ну, я понял, да. Сам дурак. Да, я все-таки сейчас правильно плыву, только почему я до этого не нашел его? Это уж другой вопрос. Выше где-то, что ли? Ладно, поищем дальше. Зато луч нашел. Точнее, контейнер. Которым, ну, с другой стороны, не чинить хотя бы.
Тут, короче, по координатам лазю. И что-то мне подсказывает. Я так часто мимо этого места проплывал. И обплывал это место из-за кнедарей. Или как там их, в общем, медуз, что прям до смешного смешно. Но проблема немножко в другом. Я реально что-то заблудился. То есть... Я сейчас вот плыву по координатам. А теперь вот вверх. И там 10.5. What the fuck? Что-то я... Реально. Заблудился. Ладно, нафиг, короче. Поищу так. Ха-ха-ха. Смешно. Поржали уже, да? С того, как я координаты посмотрел. Я тоже поржал. Как я посмотрел координаты, там 53. Почему я на 59 искал? Не знаю. Но вот на пещера. И вот если бы я поставил телепорт вот здесь, то проблем бы не было. Как я всегда раньше ставил. А я поставил телепорт здесь. А это уже пещера. Такая вот беда. И нужно проверить. Есть ли здесь кто? Нет, здесь никого. Значит, можно слезать. И убирать этот сраный телепорт и ставить его в другом месте. Эп. Вот. Теперь я должен на нее телепортироваться. Да. Ну погнали уже в пещеру. Сколько можно? 7 минут потратили времени на поиски. Но! Не делайте таких ошибок, как я. Все, что я могу в этом плане сказать. Да, вот видите, я уже зашел в пещеру. Вот на прогруз пещеры пошел. Там, кстати, этот валяется. Но мне он не нужен. Так, ну что? Поплыли. Здесь, насколько я знаю, она не такая уж и замороченная. То есть... А, не-не-не-не-не, эта пещера замороченная. И, насколько мне помнится, там было место... Это артефакт, я помню, я здесь искал. Первый раз, когда я шарился. У меня даже видосы есть. О, там жопа была полная. Кстати, диносов здесь нету, это вообще прям кайф. Вот, кстати, вторая причина, для чего нужны именно такие диносы. Оп, и всплыл. И попал, если нужно. О, какула. 160-е? Ты серьезно? О, это что такое было? Кстати, перелобитов много. Это же ж хорошо. Только это... Залутать их надо. Так, ну-ка по новой. Ничего... А, у меня же гамма есть. Господи, я думал, я с гаммой плаваю. А нифига. Ну, будешь ты его грызть? Да чтоб тебя, собака. Да, хорошего левела здесь они плавают. Ну, собственно, как и в любой пещере. Поэтому мне нужен был Дина с большим дамагом. А, сейчас бы самому опять не заплутать. Но, честно, здесь очень мало Дина. И это благодаря настройке, которую я сделал. То есть, настройка на... способствует уменьшенному количеству диносов. Как на суше, так и в пещере. Я вообще хоть туда плыву сейчас? О, ползу. Или нет? Что-то не подсказывал, что нет. Или пог... О, заметочка. Ну, сюда я уже точно возвращаться не буду. Заметочка. Заслужил немножечко подкачаться. Смотри, как тверкает. Уч, 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 уч. Давай урон. Прикольнее будет.
Давай, давай уже. Такс, там у нас получается. Не, я пещеру попутал. Здесь должна быть. Должен быть артефакт, по идее, где-то в центре. В одной пещере, получается, артефакт в центре находится, а в другой артефакт в жопе находится. Прям в жопе, прям конкретно там. Короче, ныряешь куда-то далеко, и там надо достать оттуда. Так. И вот так. Так, сиди здесь. Так, все нормес? Все нормес. Погнали. Я хочу посмотреть, что здесь. Да, мне не имется. Говно. О, ты смотри, броня 20.3. Обалдеть. 101.8. Ёб твою ж мать. Да. О, добрый вечер. До свидания. Я все-таки приплыл не туда. Не туда, куда мне нужно. Окей, погнали обратно. Так, приплыл теперь в самое начало снова. Кстати, дофига тут жемчуга реально. И давай по новой искать. Я тогда шел налево или направо? Приполз, насколько сейчас понял, справа. То есть эта фигня закольцована. Или я так хорошо прополз, что я это дело все закольцевал. Ну, кстати, акул... Да, я просто закольцевал все это дело. Акул там хитрено вож сколько. Вот здесь. И не только к акул. Как бы дофига кого. Там он и угри, короче, я на Кнедарию нарвался опять. Долбанные собаки. Ненавижу их, короче. Плакалусы мы его завалили. Но зато могу так сделать, и мне никто ничего не сделает. Ха. Так. Я сейчас что, обратно туда же иду? Все дороги идут в жопу? Блин. Опять туда же приперся. Так. Значит, поищем что-то где-то здесь. Так, я куда-то завернул и к развалинам свернул. Что тут за развалины, я без понятия. Но он не хочет туда влазить. Да едёшь. Так, что тут за развалины? Ага, ясно. Тут заметочка. Заметочка. Сам я заметочку брать не хочу. Ну что, носарка ползаем тут, и носарка, и будем дальше ползать. Не хочешь так пролезть? Так пролезешь. Вот, еще пара ловлов. Отлично. Давай, урончик, здоровьюшка точно будет достаточно. Ну, кстати, одну завалил, другую не смог залутать. Она так трупиком и валяется до сих пор. О, а вылазишь ты быстро. Свернул, называется, не туда. И уже заметочку нашел. А, какашка плавает, это чёрт не моя. Я реально... Я помню, что я лазил по всем пещерам. О, мать твою, за ногу, пошел в жопу. Шайтан. Коробка, идите нафиг. Сраные угри. Я с одним уже просто дрался в воде. Это так, акула плавает, которую я со снайперка застрелил. И вот этот трупешник, который не может раздербаниться. О, раздербанился, классно, хоть так раздербанился. Биотоксин пригодится, не знаю зачем, но пригодится. Так. Здесь у нас пещерка. И это реально, это не та пещера, в которой... Я ее вообще не помню. Вот прям реально, вот 100% где-нибудь, вот где-то вот здесь прям 100% какой-нибудь сраный поворот. Fucking shit, bitches! Пошли, мазафакеры, в жопу!
Сейчас он меня гасанет, по ходу дела. Ох ты, нифига себе, как просадили по нему. Вот это козлы. Не, по мне не били. А вот по нему ней. Посадка, короче, гасанули не кисло. Так, это то же самое, я просто вокруг травинок плаваю. Ой, ужас. Ой, ужас. Реально, без карт, вот, не хочу карты пользоваться. Вот прям не хочу. Нет вот этого, знаешь, духа путешествия, исследований и так далее. Да, нету. Но извините, карты для этого и создаются, чтобы тебе жопу потом не надирали. Кто-нибудь. За что-нибудь, за то, что ты не делал. Просто пришел посмотреть, и тебе жопу задрали. Что-то мне подсказывает, я опять проплыл. Даже где я был. Такс. Ага. А, ужасно. Сейчас... А! Это выход. Вот так же тогда я к выходу второй раз приплыл. Так, это уже третий раз. Отлично. Назад. Ха! Ха! Ха. Я реально... Я уже на YouTube задолбал. На YouTube, господи. На Вики залез. В поисках этого странного артефакта. Вот там скрейтер стоял. Вот там я ползал, вот там убитая мною со снайперской винтовки акула до сих пор еще плавает, там кнедария где-то валяется, а вот национальный артефакт. Я же помню, что он где-то в озере был, вот этот желтый артефакт, он где-то в озере был. Только там по-другому какая-то пещера раньше была. Или мне так кажется, или это на другом сервере она немножко по-другому выглядела. Но! Сраный, мать его, за ногу артефакт, как я теперь не заметил. Я уже так занырнул как-то. Начал захлебываться. Ну вы поняли, да? Где этот артефакт? В общем, доплываешь до большой этой и обязательно найдешь его. О, боже мой. Боже мой. Лох, это судьба. У меня это призвание. Хипсель-мопсель. И он еще светился так жестко. Тише, пса, тише. Ну, тут, кстати, можно артефакты, телепорты близко не ставить. Не обязательно. Тут плыть-то буквально вот. Сейчас даже покажу. Я реально... А что самое главное? Я когда залез на YouTube, смотрю, я понять не могу. Какой на YouTube? Господи, все. У меня интернет, это уже YouTube. Все. Да. YouTube головного мозга называется. Залез, главное, выдат Вики. Смотрю и понять я могу, думаю, какого фига ты под водой? А там еще скриншот такой конченый, дебильный, непонятный. И ты типа на него смотришь и такой, а какого фига? Какого фига? Я ничего понять там не могу. Там еще какая-то ракушка, то ли че. В общем, хрень полная. Как пробраться, там вообще тупо схематика нарисована. И такой, да ну нафиг тебя. В предыдущей пещере как-то было более понятно. И вот как-то так ты добираешься до этого артефакта. Плыву специально так, чтобы смотреть, есть кто, нет кто. Потому что нет у меня так костюма, и вот приходится у меня вот так вот ковыряться. Вот, все. Етишки, пасатишки, вылез наружу, мать его. И вон мой телепорт валяется, здесь уже... Да, я на базу уже загонял, у меня один костюм почти сдох, я еще залутал. О, прикинь, ну это просто, это вот просто, насколько тупо было. Элементарно и тупо, я бы даже так сказал. Да уж, вот такие вот дела бывают. Как говорится, и такое дерьмо случается. Так. Жемчуг много не бывает. А где жемчуг, там и электроника. О. Хоп, вот и все. Нафиг все. В общем, такое было себе путешествие. Следующее путешествие я все-таки посмотрю, как проходить сначала. Чтобы не блуждать, потому что реально... Хотя как, камон! Я сейчас даже когда уже знал, куда идти, и то блуждал... Ну, прям серьезно блуждал там, реально.
Я просто уже так случайно глянул, думал, оно должно быть где-то там. И в бинокль увидел. Да, но так это бывает. Поэтому даже знаю, куда идти, ты не всегда знаешь, где это находится. Но! В следующий раз попробуем две пещеры пройти. Хочу зимку. В зимку там только пешком можно пройти. Там на диносе не заплыть, не забежать. Вот. И вторую водную пещеру. Водная пещера та будет сложнее. Вот, попробуем что-то когда где. Там будет уже видно. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну, конечно, делиться моими видео с друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.